Всех приветствую, друзья! Сегодня на Красном кольце проходит первый этап чемпионата Красноярского края по кольцевым гонкам. Класс заднеприводный и класс 1600. Мы едем на своей ласточке. Класс классика. Прошли техкомиссию, но не без проблем. Список мы получим уже непосредственно после гонок. Есть недочеты, сейчас которые были недочеты, мы устранили. Много есть, конечно, вопросов к каждому участнику, но будем стараться все это устранять ко второму этапу. Это костюм, это шлем, ну, такие одни из моментов, так что донаты я принимаю. Ну, а мы в этом сезоне при поддержке Купер, масло, Дока, сервис, Царство Манжет. Зима у нас прошла относительно неплохо. Мы обкатали мотор, мотор шепчет. Сейчас мы ждем брифинг, выезжаем на квалификацию. С квалификации у нас будет видео с рейс-хроны. Ну и как всегда, с онборда будет кусочек. Если кому-то интересно будет посмотреть полностью онборд, будет ссылка в описании. Да, и также мы как всегда не тренировались. Едем на фокстроте, настроение хорошее. Думаю, сегодня у нас будет интересная гонка. И, если я не ошибаюсь, 14 участников. Пожелайте удачи, а мы поехали дальше. У нас прошла, 14 у нас пилотов. Что сказать, датчик у меня не отсекался. Заехал, поставили датчик, вроде бы более майский, что-то там отсеклось. Есть некоторые моменты с коробкой, что нету второй. Она вылетает, хрустит, еду только на третий. Вот, приехала Лика Повалей. Всем привет. Кстати, я уже выиграла два подарка, один вот этот, и мне подарили ручку сейчас вторую, потому что я уже знаю вторую задачу. Ну, молодец. Итак, друзья, несмотря на эти все сложности и проблемы, мы в квалификации пришли 12-е, так что мы в боевом настрое, несмотря на все сложности, мы едем дальше. Будет маленький онборд, и на полный онборд будет ссылочка в описании. Пожелайте удачи, а мы поехали. Проехали первую гонку, не финишировали. Я не могу понять, что произошло. Или бензонасосы нагрелись. Просто у автомобиля тяга просто пропала. Но не заглохла машина, я съехал с трассы, меня эвакуировали, все притащили. При этом сейчас она постояла 2 минуты и завелась. Готовимся ко второй гонке, обязательно поедем, чтобы до конца выяснить, в чем у нас проблема. Thank you.
Петрович еще дубль. Сейчас цепляемся, есть проблемы. Сейчас будем выяснять с коробкой, с топливной системой. Кстати, по технике получается, ну, у всех одинаковые ошибки, это каркас. Сиденье надо сделать, там шайбы поставить, проводку маленько по-другому перекинуть. Ну и надо решать вопрос с одеждой. Сейчас будем искать интенсивно, чтобы до второго этапа это все успеть сделать. Вам спасибо за ваши лайки и комментарии. Увидимся скоро на первом этапе Russian Time Attack Series, который пройдет также на Красном кольце. Всем до новых встреч, пока!